Блядь. Смотри, что, не идет? Почему она прокручивается? Она же должна ее фест держать, чтобы... Конечно, конечно, да, вниз надо откручивать, вниз. Ну да, ну а каким образом она прокручивается? Не, ну ты просто логику. Блять, посмотри уже на мои руки. Охуеть. Я уже почти колесо заменила. Ты не хочешь попробовать наоборот сделать? А как? Вот этой штукой сюда? Ага. Ты заебал, как ее вытащить теперь отсюда? Как, тяни на себя. Почему она не выходит, блядь? Тяни на себя сильнее. Там что-то щелкнуло. Ты что, заклинила ее, да? Блядь, что делать? Молоток. Фезик, блядь. Молоток надо. Вот, сука, не идет, да? По резьбе, может, крутанешь там, не гони. Да, лево, право, да, вот так, не идет? Эдик, ты мозги не еби, я уже красная, сука, вся, блядь. Почему она, сука, прокручивается, блядь? Я должна по ней вот так съебать, и она должна раз и сорваться. Ты побрызгала, там все смочила. Деньги задорали. Я хуею, блядь. Дочка мазиста, нахуй. Пизди, я научусь, блядь. Все нормально, ржавчина отошла. Вот эту хуйню мне сделай. Вот и дерево, пиздец. Вот сюда головку вот эту поставь, вот сюда, и вот так вот, и вот так вот, сделай вот так вот, и будет тебе рычаг. Так, я подмеряла, она не подходит, это не залазит, блядь, а нормально, надо вот эту штуку с этой заменить. Так, эту надо, а держи, держишь? Держи. Ну? Вот это держи. Держи, блядь. Да держи же ее, реально держи. Как она у меня так не выходила? Вот так вот выходи, чтобы там тоже вышло. Да, то есть выход надо просто... Надо выхлоп поменять, да? Оля, сними эту головку, блядь, оттуда это. Так она-то сюда подходит. Да ебаный в рот, что она прокручивается. Эдик, говорит, ты циркус, иди сюда. Она прокручивается. Я с ней угораю, блядь, ужас. Говорит, покажи мне, как я сейчас стойку крестину. Это я заставил. Нет, я ее прокручиваю, понимаете, она же должна фест быть. Почему она у меня крутится? Он что-то неправильно мне тут подсказал. Надо эту снять. Вот это...